семья и друзья в стрессе из-за случившегося с крутым. В прошлом году весь российский шоу-бизнес несколько дней гулял на 65-летии Игоря Крутого в Бодруме. В этот раз организовать масштабное торжество в силу объективных причин невозможно. Поэтому знаменитости и простые люди поздравили маэстро в интернете. Композитор обратился ко всем со словами признательности. В прошлом году загуляли мы не на шутку. А в этом году по многим причинам, включая пандемию, захотелось отметить тихо, в кругу семьи, что классно получилось. И при этом не менее кайфово, рассказал счастливый Игорь Яковлевич. Прошлогодний юбилей совпал с началом моей кипучей деятельности в Инстаграм. Но стоит мне начать съемку на телефон, как и семья и друзья в стрессе. Меня это страшно умиляет, потому что я люблю импровизированные, а не подготовленные и срежиссированные посты. Композитор никогда и не думал, что в ежедневном режиме сможет общаться с 800-тысячной аудиторией, что захочет делиться сокровенными историями, воспоминаниями, планами. Крутой радуется, что среди его подписчиков отсутствуют хамы и случайные люди. Хочу вас всех поздравить с тем, что начался уже второй год нашего общения. Что ни вы мне, ни мне кажется, я вам не успел надоесть. Что я каждый день переживаю, читая ваши ответы на мои посты. И вы, судя по вашей реакции, в приятном нетерпении. Что же я на сей раз выставлю? Подчеркнул музыкант. На его страницу подписаны многие звезды. Среди них Катя Лель, Анастасия Винокур, Анна Нетребко, Андрей Малахов, Юлия Высоцкая, София Ротару, Алсу, Максим Галкин и многие другие. А как вы пользуетесь свой Инстаграм? И следите ли вы за кем-нибудь из звезд? Друзья, благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свое мнение в комментариях, делитесь видео со своими друзьями, ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. И до встречи в новом видео!